Всем привет, это видео-версия сайта Tarantas News, и прямо сейчас расскажу вам об изменении условий техосмотра. Министерство экономики России разработало новый свод правил, по которым Российский союз автостраховщиков должен будет контролировать работу операторов техосмотра. Для этого организуют дополнительные выездные проверки. При этом решение РСА о прекращении аккредитации появится возможность обжаловать в комиссии по апелляции, которая будет состоять из представителей Минтранса, Минпромторга и МВД РФ. Разработка данного проекта постановления предусматривается новой редакцией закона о техосмотре, который вступит в силу 8 июня нынешнего года. Новое постановление описывает виды проверок, а также права и обязанности РСА. Например, РСА будет обязан проверять выполнение требований к техническим экспертам, проверять занесение в информационную базу данных об автомобилях, прибывших на техосмотр. По результатам этих действий специалисты получат право лишать операторов техосмотра аккредитации при выявлении нарушений. В соответствии с новым проектом постановления, основанием для проверки оператора техосмотра так будет такая информация о нарушении требований, поступившая от органов местного самоуправления, граждан, СМИ, а также юридических лиц. Операторы ТО инициативу поддержали. При этом в РСА документ раскритиковали как несоответствующий законодательству. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!